Здорово, народ! У нас тут город. Значит, мимо-то блок, бэушный, слегка покоцанный передок, но ничего. Значит, сейчас мы будем им на этом поле сеять люцерну, такой же методике сеется и клевер, без пахоты, прямо мотоблоком с фрезами. Значит, суть технологии такая: прямо по траве, вот желательно, конечно, чтобы она была не сухая, не то что желательно, а очень даже надо, прямо по траве идем и мотоблоком, значит, перерыхливаем, чтобы в траве саму эту травку, вот, которая действительно трава такая копнами, чтобы ее перебить, вот, чтобы появилась голая земля. Здесь она кое-где появляется, потому что я осенью уже проходился. Осенью уже было подрыхлено еще легким мотоблоком. Он так поковырял между кустами. Правда, трава, где копнами, она обычно легким не выковыривается, поэтому ее много осталось. Подковырнуть. Кое-где перебьются и старые растущие здесь кусты люцерны, они есть. Некоторые останутся живые, которые глубже. Должна появиться мокрая земля, это ранняя весна. Рассеваем, значит, семена люцерны клевера. Рассыпаем и опять проходимся, но уже не глубоко мотоблоком, только чтобы перемешать. То есть, типа вместо борон одной лишь фрезою. Вот. Для этого нам понадобится сейчас. Наш ограничитель глубины поднимаем повыше. Это может быть колесо, в данном случае, значит, каток. Вот. Я уже настолько разленился, что лениво и руками даже на ручки придавливать. Но взял 10 килограмм до груза, чтобы просто даже на ручки не нажимать. Эта штука такова, что должна работать и тащить сама. Ну, посмотрим, насколько оно будет тащить само. Итак, задача вот эту всю площадь, здесь примерно 300, вырыхлить, выбить траву, чтобы стало место для работы, для рассыпания клевера и работы уже самого мотоблока. Итак, заводим его. Здесь у нас нейтраль, газа нет. Откручиваем газ здесь. Компрессор и стартуем. Сам, как видите, выбивает, но я бы чуть-чуть взял глубже, возьмем глубже, для этого остановим его.
потом это все перебивается фрезами. Так, смотрим. Так, значит, работаем мы себе таким образом, разворачиваемся, едем опять. Примерно уходит около 10 минут на сотку. Надо сказать, что сначала я пока, так сказать, приноровился, присмотрелся к глубине, то все работал на первой передаче, первой пониженной, естественно. Вот потом вижу, идет легко, взял вторую, вот и работал на второй, только на второй так подбавил оборотов. И вообще дело пошло довольно-таки бодренько. Идет он в основном сам, ты его ручками только чуть-чуть подправляешь. Но совсем бросать, тем более на поле с такими кочками нельзя. Ты на таком поле трактор брось, так и он постепенно съедет куда-то в сторону. Вот, но чтобы его прям нельзя было даже расслабить ни на секунду руки, то такого нет. Ты себе работаешь. Что мне нравится, это повороты. Так, такая прелесть, вот, насколько это кайфово. Значит, вот взял задний ход, заблокировал одно колесо, опа, оно развернулось. Одно колесо стоит, второе крутится. Вот, включаем переднюю, идем вперед. Так, дошли до нужного места. Вот, опять сделаем также заднюю и на задний разворачиваемся. Это относится ко всем мотоблокам с поворотными редукторами. Так, сейчас я нажимаю правую ручку, видите, оп, одно колесо блокируется, останавливается, а второе крутится само, раз, и развернуло. Вот, переключаем на вторую пониженную и пошли. Так, ориентируемся по дыму. Если не только во время нажатия сцепления дым идет, а все время идет белый такой дым, ну и звук движка становится накужным, значит нельзя, значит это перебор. Но нет, такого дыма нет. Легонький дымок, конечно, дизельный, как обычно, есть, но ничего. Вот так себе. Работаем, вот. Подбираем какие-то вещи, которые могут намотаться на фрезу лучше сразу, но иногда не вылезают в процессе работы. Здесь вылез, где он взялся, не знаю, среди поля даже кусок кирпича красного. Вот, всякое попадается. Лучше бы, конечно, этого всего не было. Потому что фрезу может только так хрясть и выломать, а это все деньги. Песток фрезы или что. Но еще нюанс, если на небольшую глубину идет, то все-таки шансов выламывания фрезы меньше. Ну, в общем, так. 35 минут на всю съемку ушло. Вот такое поле. Прорыхли. На кое-где прям очень хорошо. Вот такая земелька. Но кое-где есть еще остающаяся трава. Надо сказать, что если она кое-где, то это неплохо. Она будет расти вместе с клевером. Пойдет в покос. А вот когда большие куски остаются, невыбитые. Если бы я брал на большую глубину, их бы не было. Но тогда пришлось бы идти строго на первой передаче. То, сейчас я рассыпаю клевер. Вот. Люцерну точнее, так. Рассыпаю люцерну. И опять пройдусь, но уже на этой же глубине. Не буду глубину уменьшать. Потому что, ну, здесь, как видите, да, расстояние есть между фрезами и катком. Уменьшать эту глубину я не буду, потому что надо еще довыбить в процессе кое-что. Так, значит, поэтому оно уже идет по второму разу все равно легче, но надо бы его
что там еще осталось повырывать. Так, рассыпал. И проходимся по второму разу. Так, по второму разу опять все поле. Это же будет быстрее, веселее. Но надо пройтись. Так, пойдем. Такая картина. Ну что, вечер. Ну, картина такая, да, поле становится гладеньким, так вот, и здесь засеяна уже люцерна, в данном случае может быть клевер, козлятники или другие мелкие травы. Работа как работа, важный момент только не сеять. Второй раз, когда идем, то не делать слишком глубоко. Первый можно и глубоко, смотря насколько мы хотим выбить то, что здесь. Вот. Но второй раз нельзя глубоко, потому что если зароет на 10 сантиметров семечко люцерны, оно оттуда не вылезет. Должно быть сантиметров 5. Поэтому идем легонечко, на ручки сильно не давим. Если у нас только не само так сделано, что будет придавливать. Есть же разные мотоблоки. В некоторых задок давит, в некоторых передок перевешивает. Вот. Ну и вот так, методика проверенная, не первый год, только делал легким мотоблоком, он не настолько чисто, конечно, делает, он более поерзанное поле. А здесь вообще таким мотоблоком, ну, наверное, разве что трактором может быть лучше, да, еще фрезами, вот. Ну, как на меня, этим прям очень шикарно. Все, всем пока, с вами был Леонид Котвицкий.